Ну, опять-таки, как гражданин страны, мне очень хочется верить, что Россию ждет возрождение. Более того, видя, сколько талантливых молодых людей появляется в интернете, насколько эти таланты яркие, мне очень сложно вообще думать о том, что эту страну ждет какой-то распад. Если эти люди будут свои таланты проявлять не только перед камерами, не только в онлайне, но и выйдут в офлайн, эту страну ждет, несомненно, большое будущее.